Увозил меня полковник за кордон. Был он бледен, как покойник, миль пардон. Говорил он всю дорогу о Руси, живы ныне, слава Богу, гранми Руси. Извините, месье полковник, чем стареть, может, лучше за Россию умереть. Ради чести и престижа не шучу, он ответил, что я рыжий не хочу. За кордон перебрался в платье женском, миль пардон. Бросив женскую одежду и курсант, мне высказывал надежды тет-а-тет. Извините, месье Керенский, чем стареть, может, лучше за Россию умереть. Ради счастья и престижа не шучу, он ответил, что я рыжий. Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон, чтобы свет иной